Добрый день, дорогие друзья. Ну что, мы на речке. Воды. Ну, вода, в принципе, новая, в норме. Он даже вот ниже плит. Вот. Показать. Вот она. Вон вода, ниже плит. Вода, в принципе, нормальная. Значит, что по клёву? Клёв, конечно, вещь интересная. Клевала позавчера. Вчера уже не очень. А сегодня, ну что сегодня? Где-то пару карасей, тройка у меня. Пару карасей у Саши, своей таранька одна. Довольно-таки крупная. А карпа пока нет. Закормили сначала далеко. Решили, что будем на дальней дистанции ловить, потому что позавчера клевало именно на дальней дистанции. И хорошо товарищ отловился. Но сильное течение, ну, довольно-таки сильное. Не такое, конечно, когда было половодье, но течение хорошее. Сносит груз на расу. Ну, мы закормили еще один раз, закормили поближе. Бросаем и далеко, и близко. Ну, карпы в поклевку пока не было. Вообще не было. И это меня напрягает. На прошлой недельке я хорошо отловился по карпу, когда была высокая вода. А тут пока ничего. Ничего хорошего. Но будем ждать. По комару. Значит, вот сейчас зашел в тень с вами поговорить. И комар здесь присутствует. Если ночью не будет ветра, ну, не знаю, придется в машине, наверное, съезжаться ночь. Потому что комар лютый. И не знаю, как мы выживем, если не скроемся в машину. Значит, по макухе, макуху сливовую взял. Нет, не сливовую. Анис и клубника. На крючке гранулы, тоже клубничные, пробую даже чесночные. Хотя парадокс, сама вода горячая, она чесночные клюет. Ну и червяк, по червяку рак вроде бы не сбивает, а вот карась на червяк уже берется. Так, что еще? Опарыш пробовал, на опарыш клюет таранька. Хотя товарищ позавчера брал на опарыша карпа неплохо. Макуха с посадкой на крючок опарыша и клевал у него карп. А тут, вот тут у нас таранечка. Ну ладно. Но, как напарник говорит, это потому что мы приехали на рыбалку. Поэтому клёва нет. Ну не страшно. Главное, в нашем безнадежном мероприятии это отдых. Главное отдохнуть на рыбалке, а все остальное как получится. Как получится, так и будет. Все. Возможно, будет время, потом еще выйду в эфир.